устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Накануне на аппаратном совещании глава Тувы поднял вопрос о доступности угля в республике. Так, на сегодня цена угля в регионе превышает общую тарифную стоимость. Например, в Туране одна тонна черного топлива стоит 3700 рублей, что превышает на 420 рублей больше установленной тарифной стоимости. Где наши структуры, которые обязаны в таких случаях реагировать на монопольное положение тех, кто пытается зарабатывать деньги там, где это неуместно? Потому что это регулируется законодательством. Гортоп и другие складские помещения, которые находятся на государственной казне, на сегодняшний день переданы аффилированным структурам, я это знаю. Требую, чтобы через председателя администрации мы сегодня нормально занимались использованием этого имущества в пользу снижения стоимости угля. По крайней мере, министр не должен только констатировать ситуацию. Мы с вами знаем, что в Туве на сегодняшний день это является одной из социально ощутимых проблем. Так глава поручил региональным Минтопэнерго и Минфину изучить возможность субсидирования из регионального бюджета расходов на транспортировку угля для населения от разрезов до муниципальных складов. Чадан превышение составляет 346,2 рубля. Чадан, у которого под боком расположен чаданский угольный разрез. 3200 рублей и так далее. Вывод такой, уважаемый председатель администрации. Прошу погрузиться в эту тему. При всех рыночных механизмах мы обязаны с вами обеспечить, чтобы наше население, по возможности, в особенности малообеспеченная часть, были хотя бы защищены с точки зрения завышенных цен. Мною принято решение о социальном угле, то есть для многодетных семей обеспечение бесплатного угля должно быть безукоризненно доставлено. И должен быть доклад 100% о том, что мы все сделали. Кроме того, глава высказал возмущение тем, что чиновники должным образом не отреагировали на резонансные трагические случаи, когда несколько дней назад при задержании преступников погиб сотрудник полиции Кызыла. Я прошу канцелярии главы организовать мою встречу с семьей. Я бы хотел их посетить и в этом отношении помочь семье. Напомним, участковый вместе с коллегой направился в микрорайон «Спутник» на задержание групп лиц, которые подозревались в краже имущества. Один из них нанес Чаяну Сендеолу удар ножом в спину. Все преступники были вскоре задержаны. На их счету ни одно имущественное преступление. Все фигуранты задержаны и помещены и весь. И в отношении их еще несколько уже краж ранее судимые. Значит, участковый живет с супругой, двое детей 15-го года рождения и 18-го года рождения. Значит, устроен на садике, сейчас ухаживает за детьми, Лунсина работала, супруга. Со стороны, значит, министерства сейчас готовятся все документы, материалы на поощрительном характере, это на... Есть необходимая социальная связь, защита. Это документы сейчас скорое время будут направлены. Отметим, что глава Тувы инициировал общереспубликанскую конференцию по борьбе с преступностью, которую планируется провести 23 ноября между Днем Отца и Днем Матери. Помимо этого, на совещании регионального министерства образования и науки был представлен доклад о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года. По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество десятиклассников, не получивших аттестат. В 2018 году таких учащихся всего 303 человека. При этом в 77 школах успешно сдали экзамены и получили аттестаты все 100% девятиклассников. В число районов, удачно сдавших экзамены, вошел Эрзинский район, где все учащиеся 9 классов преодолели ГИА. Самый высокий процент невыдачи аттестатов показали школы Тандынского 12% и Улухемского районов. Успешность республики может быть обеспечена только при условии, если наши дети будут получать качественное образование.
успешность каждого человека, его состоятельность как личности может быть обеспечена только при наличии нормального качественного знания. Поэтому примите меры к тому, чтобы в школах у вас был нормальный образовательный процесс. Примите меры. Председатель администрации, вы обязаны вникать в эту тему. В ГИА 11 и 12 классов участвовало около 2500 человек. Из всех сдававших не получили аттестата о среднем общем образовании 99 человек от общего количества выпускников. Увеличилось число школ, чьи выпускники все до единого благополучно прошли экзамен. Их стало 99 против 80. Мы проанализировали работу малокомплектных школ и маленьких школ, в которых вот по одному-два выпускника. То там проблемы были серьезные, оказалось. И мы разработали также проект, который называется «Сетевая школа», и апробацию начали уже сейчас, для того, чтобы те проблемы, которые есть в маленьких школах, и где нет высококвалифицированных педагогов по предметам, мы выдадим это в виде кейса. Ну, я думаю, что в этом году мы ситуацию в таких школах поправим. Шалбан Карол поручил министерству тщательно проанализировать итоги экзаменационной кампании, сделать определенные выводы по всем отрицательным моментам и разработать рекомендации для их устранения каждому муниципалитету. В актовом зале МВД Тувы прошли торжественные мероприятия, приуроченные к вековому юбилею одного из главных подразделений ведомства уголовного розыска. С приветственным словом присутствующим обратился в РИО министра внутренних дел региона Мартол Тарначы. От имени руководства ведомства, коллегии, совета ветеранов и всего личного состава поздравил сотрудников уголовного розыска со знаменательной датой. Но перед началом торжественной части полицейские почтили память всех сотрудников, которые отдали жизнь, защищая людей. Среди сотрудников уголовного розыска есть свои герои, которые ценой жизни вставали на защиту интересов простых граждан, предлагая почтить их память минуты молчания. После приветственного слова сотрудники уголовного розыска, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, были удостоены ведомственными наградами. После имел честь смотреть совместно с ним, когда у нас столетие не только вроде уголовного розыска, среди подразделений информационного центра по уголовному розыску, они сражались почти в спортивном зале УВД города Кызыл и показали действительно спортивную игру, которую мы получили удовольствие. В завершении праздничного мероприятия для сотрудников подразделения уголовного розыска и приглашенных гостей прозвучали композиции от музыкантов оркестра «Тыва Джаз Бэнд». Продолжается прием заявок для участия в конкурсе «Среди бизнес-проектов» на грант мэра города Кызыла. Объявлен конкурс «Среди бизнес-проектов» для участия в программе муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде гранта столичного мэра. Заявки принимаются до 24 октября текущего года. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства Кызыла на конкурсной основе в соответствии с представленными бизнес-планами в сумме до 300 тысяч рублей по одному бизнес-плану. Я курс валют. Доллар стоит 66 рублей 97 копеек, евро 76 рублей 98 копеек. Компания «Вятские мехобелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 10 по 15 октября в ЦУМе. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол.
Сотрудниками ДПС по подозрению в перевозке наркотических веществ задержан житель города Кызыла на стационарном посту ДПС Швилык. С целью проверки документов и соблюдения перевозчиком необходимых мер безопасности был остановлен пассажирский микроавтобус. В ходе досмотра салона, которого сотрудники госавтоинспекции заметили подозрительное поведение 38-летнего пассажира. Полицейские сопроводили мужчину в стационарный пост полиции, однако при личном досмотре запрещенных предметов не обнаружили. При дальнейшем осмотре в рентгенно-диагностическом кабинете 38-летнего ранее неоднократно судимого за различные преступления гражданина, в его желудке были обнаружены народные предметы в количестве 4 штук. Как показала последующая экспертиза, мужчина перевозил наркотическое вещество гашиш общим весом 45 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В Туве увеличится количество операций по ангиопластике и стентированию сосудов нижних конечностей. С мая месяца текущего года было проведено всего 6 операций. В следующем году планируется прооперировать около 30 пациентов. Ранее лечение проводилось традиционным методом при помощи разреза с применением наркоза или спинномозговой анестезии. Увеличение стало возможно благодаря приобретению Республиканской больницы номер 1 расходных материалов для проведения рентгендоваскулярных операций. В текущем году фондом ОМС было увеличено финансирование медицинского учреждения для оказания медицинской помощи населению. Чрезкожная ангиопластика сосудов нижних конечностей необходима пациентам с нарушенным кровопотоком. Это серьезная патология, которая может привести к ампутации. Как рассказали специалисты, 4 пациентам из 6 прооперированных в ближайшем будущем предстояла ампутация. В настоящее время их состояние значительно улучшилось, и они могут вести полноценный образ жизни. Сегодня в Малом театре «Тет-а-тет» встречали гостей из города Железногорска. Делегация артистов театра «Кукол» из Красноярского края прибыла в республику сегодня. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» для детей и молодежи артисты представят 3 работы. Как рассказали на пресс-конференции, постановки идут в новом для тувинского зрителя формате «Бэйби-спектакля». Эти спектакли называются «Бэйби-спектакли». Это такая форма работы актера, когда он максимально может проработать с маленькими детьми. А те, которые начинают, могут начинать только ходить, или, по крайней мере, только начинают говорить или понимать, внимать это искусство. И это спектакль, бэби-спектакль определяемый так, определяем спектакли, это спектакль для самых маленьких. И это самый передовой такой творческий подход в этом смысле слова. Это что-то нечто новое. Стоит отметить, что театру «Кукол» города Железногорска 55 лет. Как рассказали гости на пресс-конференции, у них есть знания и опыт, с которыми они готовы поделиться с тувинским театром «Кукол». К примеру, сегодня в репертуаре театра «Кукол» Железногорска есть и работа с новаторским подходом. Работали с режиссером, то есть и делали спектакль по истории нашего города. Вообще это называется спектакль в стиле вербатим. Тоже в театре «Кукол» это используется впервые. Потому что вообще это, в драме сейчас это популярно, а в театре «Кукол» мы впервые это ставим, поставили уже точнее, да, документальный спектакль. То есть вербатим это означает, да, вербатим, это означает документальный спектакль. Ну и также отличительная его особенность, то, что это спектакль у нас для взрослых, 16+, у нас их сейчас не так много. В прошлом году мы поставили спектакль «Зощенко», и в этом году «История одного города». Стоит отметить, что в рамках федеральной программы в городе Железногорск со своими работами побывала и труппа артистов из тувинского театра «Кукол». В ходе гастролей между двумя театрами была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии. Анна Викторовна, директор театра, нам предложила, у нее просто спонтанно тоже в голове родилось такое замечательное предложение, а почему бы есть города побратимы, а почему нет театров побратимов? И это замечательная идея. Мы ее поддерживаем. Я думаю, что, может быть, мы и не первые, но, по крайней мере, для нас это значимо. На этой неделе гостей из Железногорска ожидает насыщенная программа спектакля «Сыграем в красную шапочку», «В гостях у Ани» и «Царевна лягушка» в течение недели будут идти на выездных площадках. На сцене Малого же театра постановки пройдут в эти выходные 13 и 14 октября.
вторник. Сегодня на Первом республиканском ФМ-радио вновь стартовала тотальная раздача бензина. Акция «Заправляйся на радио с АЗС» и продукт уже третью неделю радует слушателей радио «Голос Азии» бесплатным бензином. Кто первым после условного сигнала смог приехать на заправку, в этот раз смотрите прямо сейчас. Заправляйся на радио «Голос Азии». В течение суток 9 октября местами по республике Тыва ожидается усиление западного ветра до 11-16 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем 13-15 градусов выше 0. В новом номере еженедельника «Тува ТВ Инфо» читайте. Трагическая гибель молодого полицейского Чаяна Сендеола. Вечная память. Какие обновления появились в национальном парке? КВН. Абаканцы проиграли Кызылу, за что Сайдашу Мангушу подарили командирские часы. Соревнования по армейскому рукопашному бою. Смотрите захватывающие моменты. Заправляйся на радио. Победители за неделю. Радио «Голос Азии» начинает большую игру в рамках города. И еще много интересного. Также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша и лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке, огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.